Чувашии появится центр социальных проектов. Такое предложение сделал временно исполняющий обязанности главы республики представителям региональной общественной палаты. Сейчас активно обсуждаются изменения в главном документе страны – Конституции России. Создается единая система публичной власти. Огромная роль отводится гражданским инициативам, когда само общество определяет приоритеты в социальной сфере, оформляя их в виде проектов. Общественная палата должна стать центром обратной связи, куда будут стекаться новые идеи и предложения, подчеркнул Олег Николаев. Я слышу, что вот есть такая потребность, чтобы где-то сформировалась некая площадка. Площадка, назовем, социальных проектов, там центр социальных проектов или центр социальных инициатив. И я думаю, что вот общественная палата – это ровно та площадка, где это все должно и реализоваться. Это и все идеи социальной направленности должны здесь концентрироваться, анализироваться, наверное, каким-то образом прорабатываться их реализация, в том числе во взаимодействии с руководством республики, с правительством республики, с вовлечением, конечно же, муниципалитетов. Немаловажная составляющая социальных проектов – грантовая поддержка, которая позволяет использовать конкретные средства на достижение конкретных результатов. Один из примеров эффективной работы – молодежная общественная организация «Волонтеры-медики». За 3 года ребятам удалось получить 1 президентский и более 10 федеральных грантов, благодаря которым реализованы программы системы развития волонтерских отрядов в сфере здравоохранения, «Радость детства», «Сохраним здоровье вместе» и другие. Важно привлечение федеральных грантовых средств для решения социальных проблем и для вовлечения как можно большего количества некоммерческих организаций и людей в общественно полезную деятельность. Мы занимаем 12 место по количеству поданных грантов и 12 место по результативности. 35 общественных организаций приносят 40% грантов в республику. Я считаю, что это очень большой результат. Это, конечно, системная работа. С 2015 года на базе Центра молодежных инициатив работает проектная школа. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии рекомендовал членам общественной палаты активнее работать с некоммерческими организациями республики, помогать НКО при подготовке документов для участия в конкурсе фонда президентских грантов. На встрече обсудили вопрос расширения сотрудничества правительственных структур с НКО и создания общественных советов по проектной деятельности при всех министерствах. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.